На одной сцене музыканты с десятка Украин. У Технічному університеті ім'я Павла Сухого пройшов четвертый открытый міжвузовский творчий фестиваль сябровства. Його присвятили пригожей юбилейной дате ВНУ – 50-годдю. Не смогли пропустить мероприемство и наши корреспонденты. До початку фестивалю ми погутрили з його удільниками, як студентами університету юбіляра, так і гостями з інших ВНУ Білорусі. Нехто на творчому святі новичок, а некого тут зустрікають як старих знайомих. На фестиваль приїхали юнаки і дівчата з 9 вищих навчальних установ України. Усього коля 130 удільників, які представляють 6 країн світу. Я вже тут второй раз, ну, участвую. Перший раз ми, коли участвували, отримали гран-при, нас так оцінили. Хорошо выступали народными танцами, еще современными танцами участвовали. И вот получили в прошлый раз гран-при. И хотели бы еще раз получить гран-при. Это же мне второй раз. Первый раз мне понравилось. И это тоже из-за этого я участвовала. А вы танцуете? Да, я танцую. Туркменский танец. Национальный. А как он называется? Куштепти. Я живу и учусь в Беларуси 3 года. Мне нравится учиться здесь. Я буду инженерным нефтяником. Мне нравится людей в Беларуси. Они хорошие и добрые. Наша здымочная бригада присутничала не до конца фестивалю, але тие нумары, свідками яких мы были, виконувалися бездокорно. Здавалося, что это не студенты, для яких музыка хобби, а профессийные виконавцы. Концерт был чудовным. Соправды подарунок до юбилея университета. Прибыли представители 9 высших учебных заведений Республики Беларусь, в том числе все гомельские высшие учебные заведения из Могилева, Горок, Минска, Гродно. То есть, в общем-то, география достаточно большая. Зараз у Гомельском державном техническом университете учатся около 2500 студентов. Из них 150 замежные. Они представляют 16 стран света. До речи, сёлета у першиню сюда поступило несколько юнаков и девчат с Конго. Марина Джалая, Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».